сохранили древние, как это архитектурный стиль. И наверху, вы смотрите, подключаясь барлеп, даже надо... Сейчас. Все будет неправильно. Все видно. Ну, отреставрировали это хорошо. Не сильно видно, что вот новодел и так далее, да? Ну. Вот, Люба. А, красиво. Красиво. Да. Казалось, много красоты, но здесь сильно все справилось. Кустации тончайшие вообще. Скажешь, не видно. Этот храм тоже очень древний и потихонечку восстанавливается. Вот этот центр, это уже восстановленная часть. Все камешки по кусочку пазлами складывались. Очень такой оригинальный, красивый храм. Охраняет храм обезьяны. Это название Бали. Это Бали. Бали сейчас это, ну, как сих пор на землей. Потому что Бали, ну, как это конкурент, это, ну, как мысль, это, ну, как не победили от Лилипут. А Бали получил, ну, как это, когда, ну, как дарит жизни без смерти от Бога. Брахма, да, бессмертия. И от Бога Брахма
и сократи, ну как демон Бали сократили на земле, сократили на небеса, сократили, остался в аду. И Бали так вот убивать ангел и демон, это, ну как это, трудно, это Бог Шива против, и только Бог Вишну, это так. Если в Камбоджа построить здание, надо построить дом. Построить в Камбоджа на фоне здания и, ну как украшать, ну как это подать, ну как подать. Как бы уложить подземный мир. Да, подземный мир, для всех два приглашения. То есть прежде чем строить дом, надо выкопать яму и горы туда положить. Для всех два приглашения, последствия это Бог. А не Бог, это демон Бали, потому что он подъезжает землю. Земли, да. Потому что вы запомните, здесь это храм маленький, это храм не для императора. Нет, а здесь храм для... Даже, чтобы зайти в дверь, можно присесть. А здесь это, ну как это, для, типа, как это место, ступа учителя императора. Чтобы да, люди здесь, для, люди да. здесь не жили, не жили, не ну как это, сохранили, это прак учитель императора, и для мантрита, учитель мантрита императора ходит молитва, клониться внутри от скульптуры до Бога Вишну. Да. Не для зили, а зили так я, вы не собой. Нет, это понятно, не для жизни, а просто входы, почему такие маленькие входы? Нужно наклоняться. Ну как я ну как уже сказал, это почему это крыша, оно как лестница, крутой построй, для хранится, то ну как и для смотреть это душа, это мы для Бог Вишну, а сила. Thank you.